любое сердце просит музыку вдвойне. Нынче у нас передышка, завтра вернемся к боям. Что ж твои песни не слышно, друг наш, походный баян? Андрюша? Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. После тревог спит городок, я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок. Пусть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом, но мне кажется, снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. И прошу вас меня извинить. Утро зовет снова в поход. Покидая ваш маленький город, я пройду мимо ваших ворот. Хоть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом, все вместе я как будто в этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Ах, замечательные песни, мы вспоминаем, и это не последняя песня, которую мы с вами в рамках этого удивительного онлайн-концерта споем все вместе, правда? А я присоединюсь и представлю, что для вас сейчас исполнила песню Марина Яковлева и наш замечательный друг, баянист, лауреат международного конкурса Андрей Сапкевич. Андрюша, а давай-ка еще что-нибудь разудалое, любимое для всех вас, наши дорогие зрители. Мы, друзья, перелетные птицы, поем, если с нами только быть, наш одним не хорош. На земле не успеть жениться,